Команда Лидского района одержала победу в спартакиаде Гродненской области ветеранов физической культуры и спорта. Она проходила в Свислочи. В программе спартакиады были 5 видов – шашки, шахматы, настольный теннис, дартс и легкоатлетическое многоборье. В составе Лидской команды выступали 10 спортсменов – 5 мужчин и столько же женщин. Их результаты позволили выйти на первое место в общекомандном зачете, а также завоевать первое командное место по настольному теннису и легкоатлетическому многоборью. По шахматам личане разделили первое и второе место с гродненцами. Кроме этого, в личном зачете у личан тоже есть первые места. Чемпионы в отдельных дисциплинах стали Высоцкая Света, настольный теннис, Ганина Анна, многоборье, Яцина Наталья, шахматы, шашки, и я, Лещенко Павел Иванович. На республику у нас будут представлять 24 мая, Гродненскую область будет представлять настольный теннис Клещенко Павел, Светлана Высоцкая, Ганина Анна и Яцина Наталья Березовка. На что рассчитываете? Ну, хорошее выступление, прежде всего. А где хорошее выступление, там, может быть, призовые хорошие. Ну, получалось занимать призовые места. Но уже у нас 4-е выступление будет.